Привет, друзья! С вами Нильф Горн, это игра Stoneheart. Продолжаем играть, продолжаем развиваться, пытаться отстроиться. Потому что есть, конечно, проблемы, есть такие... Даже я бы, конечно, не назвал это проблемами, это просто недоработочки, мелкие такие неприятные моменты. Но, в принципе, все в порядке идет, потихонечку мы строимся. Также моя лестница медленно-медленно, но они что-то каждый раз пристраивают, каждый раз что-то достраивают. И я надеюсь, что будет все-таки все в порядке, они в итоге все построят. Будем надеяться. Потому что здесь такой будет медленный процесс. Они будут строить леса, они будут на них выстраивать, ну, как бы обстраиваться лесами, потом надстраивать один уровень, потом еще леса, потом еще уровень. Ну, то есть, и вот так вот будет продолжаться постоянно, я надеюсь так, что так будет. И в итоге они все выстроят. Но это мы заценим и посмотрим уже, как бы, когда это все закончится. Потому что в данный момент они долго этим будут заниматься. Плюс давайте посмотрим, я хотел вспомнить, есть ли у меня дерево. Но на самом деле это легче, наверное, посмотреть все-таки вот таким вот образом, через инвентарь. И дерева у меня вполне, вполне достаточно. Так, ну что ж. Ну, даже и не знаю, что здесь сказать, что рабочих у меня не хватает, катастрофически не хватает, как видите, потому что еды просто не то, что много, ее просто дофигища разбросано по, так скажем, по земле. Ее нужно собирать, конечно, но это потихонечку происходит. Давайте посмотрим, что у нас с забором. И вот, скорее всего... Ух ты! Ух ты! У-ху-ху! Отлично! У нас новый человечек, и это великолепно. На самом деле это великолепно. Это вот... Еще один рабочий. У нас сейчас вроде бы их четверо. И мне кажется, сейчас дело пойдет намного быстрее. Плюс здесь я вот думаю все-таки, как бы здесь сделать получше или поинтересней. Наверное, я забором обведу, и, скорее всего, я бы хотел... Ну, не скорее всего, я бы хотел именно сделать это все каменным забором. Потому что так бы смотрелось намного лучше и симпатичней. Не то нажал. И мне тут сразу заборчик. Давайте, ну, штук 40, да, заборчика закажем. Потому что зачем мне меньше. Так, места на складах полным-полно. Так что не будем даже об этом задуматься. Так, появилась деревня гоблинов, которую мы сейчас просто уничтожим. Уа-ря-ря-ря! Нет, не вот так вот. Мы давайте... Ну, давай. Мы вот так их подведем сейчас здесь. Уа-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 
все, что нужно сделать. Я так понимаю, вот, ну, лично мое такое мнение, что вот это поселение, оно теперь будет постоянно появляться, пока, так скажем, не знаю, что закончить. Потому что я уже какой раз уже уничтожаю это поселение, и вот каждый раз оно появляется. Притом появляется так неудобно, честно говоря. Ну, вот смотрите. Вот здесь появилось самое первое гоблинское здание, так? Здесь появилось уже... Ну вот. На меня волки еще напали, господи. Куда-то они убегают, исчезают какие-то... О, что-то только не творится. Так вот, и то есть и здесь еще появилось это гоблинское поселение. То есть вот постоянно оно где-то появляется. Так, давайте заберем все. Я смотрю, там вон пушистый кролик появился. У меня даже немножечко как-то так... Хоть и пинг нормальный, но подлагивает. Я спрячу. Странно. Ой, не пинг, а FPS нормальный как бы. Нет. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот очень не люблю, когда так происходит. То есть все нормально шло, и хоп, я что-то сделал, либо что-то в игре, там, игре не понравилось, и что-то начало глючить. Ну, вроде бы отпустило.
Вроде бы отпустило, да, вроде бы отпустило, все нормально. Потихонечку они строят, ну вот они, какой у меня, третий уровень так достроили. Ну хотя бы третий уровень достроили. Пока что будем надеяться, что сейчас они занимаются переноской, там у них другие дела, еще всячески, сами понимаете, что у них постоянно есть какие-то дела. Но вот я смотрю, что это все-таки строительство должно быть в первую очередь. Может, что-нибудь у них не хватает? Дерево должно хватать, дерево вон срублено. Камня. Проверим сейчас. Камня 80 штук. А, они, наверное, вот чем занимаются. То есть я им задал... Может быть, вот в этом и ошибка. Не нужно им давать задачу, чтобы они занимались переносом. Иначе они начинают... Черт возьми. Не бросайте, пожалуйста, не бросайте эту постройку, она отличная. Я не хочу, чтобы ее бросили. И я хотел бы, чтобы ее закончили. Блин, а. И вот, кстати, по поводу складов. Все-таки, к сожалению, я бы даже сказал, да. Все-таки тут придется в будущем строить так, что посередине у нас есть, посередине склады. То есть вот так вот ставить, наверное, 4 склада, а вокруг них строить домики, строить поля, строить еще какие-то вещи. Потому что иначе есть глюки, есть такие моменты, что они, допустим, далеко уходя, они не видят некоторые склады. И мне кажется, что все-таки придется в таком ритме строить. В данном случае, вот сейчас вот, прям вот я даже не знаю, вот что, заглючило, не заглючилась постройка. Что вот происходит? Они не занялись перетаскиванием, то есть они сейчас... Перетаскивают там все предметы. Вон камень перетаскивают. Странно, в общем. Я, честно говоря, не понимаю, что у них там сейчас происходит. По-моему, они еду вот перетаскали более-менее. Блин, они еду, смотрите, перетаскали. Ее практически... Она уже практически заполнила вся... Весь склад, который у меня здесь был. Ну ладно, посмотрим, как... Ну, зомби... Вот вообще, вот честно... Вот кого вот не стоит бояться, так это зомби. Точнее, их надо бояться в последнюю очередь. И мне кажется, вот здесь нужно проделать дырку. Давайте проделаем, потому что они оббегают, это не нужно. Ну, мне так кажется, это лишний сейчас момент такой. Они просто лишней фигней страдают. Ну что, ребятки, давайте нападите и убейте! А звук, как будто я отбился, уже есть. Странно, что у меня 6 воинов, да? И вот сейчас до сих пор ни один... Вот, один только сорвался. Увидел. Все, отлично. Такое поселение, знаете, ну оно живет, конечно, своей жизнью, но, блин, это все так как-то... Страшно, что ли, потому что вот они дали возможность, очень-очень интересную и очень хорошую возможность постройки. То есть вот мы можем каждым кубиком так создавать какие-то вот эти воксельные строения. Но так как эти строения часто глючат, такой спорный вопрос, в общем, с ними становится. Потому что здесь даже простейшие... Нет, хотя простейшие двухэтажные дома-то строятся. Но вот, ну давайте будем вот объективны. Вот здесь вот, в этом первом здании, которое я запланировал, вообще ничего сложного не было. Ничего здесь не было сложного, но оно поломалось. То есть, как поломалось же из-за того, что они начали лестницу делать в первую очередь, и стены не достроили, и как бы лестница уже помешала, и потолок... Или пол первого или второго этажа, им уже помешало строить стены. То есть вот странно как-то, почему они не строят, допустим, вообще вот. Я бы задавал только по такому параметру, чтобы они вот пока вот они первый слой квадратов не построят, они за верхний слой квадратов вот вообще бы не брались. Вот это, по-моему, самое правильное. А в данном случае получается так, что они вот каждый строит, что хочет, да? То есть один там стены строит, другой там пол строит, другой лестницы строит. И в итоге получается вот что получилось. Недостроенное здание, неправильно построенное здание.
эти леса вот они поставили. Ну, зачем-то вот эти леса строятся. Да, я понимаю, что вообще, конечно, да, они нужны для строительства, для высокоэтажного там и тому подобное. Но вот в данном случае, если я здесь вот захочу, здесь я захочу строить второй этаж, уже не получится у меня, потому что они будут строить, ну вот уже не хватает еды, это ладно. Они захотят строить леса, для лесов нету места и тому подобное. Все, конфликт, сразу игра не работает. Ну вот, не знаю, почему они не дорабатывают, но могли бы тогда делать, что поля под домами нельзя было строить. Склады только внутри стен можно было бы строить, к примеру. Почему вот такие вот простейшие вроде бы элементы они не хотят исправлять? Ну, как-то так. Не знаю почему, честно не знаю. Я даже задуматься, в принципе, больно-то не хочу. Но, как бы я буду играть и продолжать в эту игру, потому что она мне нравится. И думаю, многим нравится. И я вот думаю, не начать ли заново, но, скорее всего, нет, наверное. Я буду играть до последнего, пока что-нибудь не заглючит. Или что-нибудь совсем-совсем не вылетит. Hello. Ну вот, смотрите, опять какую-то ошибку выдал из-за чего-то. Почему? Что? Что не понравилось? Вообще такое, такая, я, конечно, не знаю, что там было написано, но такое ощущение, как будто надпись была, гласила о том, что какое-то поселение хочет рядом появиться и начать строиться, или что-то в этом роде. Ну ладно. В принципе, еще есть вариант, что, как бы, снять некоторые постройки, попытаться некоторые постройки построить, пирамиды, там, башни, замки и тому подобное. То есть есть множество интересных моментов, которые можно попытаться построить. Вот, кстати, про волков тоже я вот могу поговорить, что они вот здесь вот исчезают. Вот здесь исчезают и вот здесь исчезают. Почему так происходит, я не знаю. И мне кажется, такого не должно быть. Должно быть, ну, то есть они должны, наверное, как-то именно появляться. Ну все, по каким-то причинам они решили не достраивать лестницу, и меня это раздражает, честно говоря. Так обидно. Блин, прям реально же обидно, ну, как так-то уж? Ладно, ладно, ничего с этим не поделаешь, я тут подумал, наверное, все-таки в следующей серии, если она будет, то я построю, скорее всего, какое-нибудь здание отдельное, то есть начну с самого начала, построю отдельное здание, потому что в этой серии я уже, ну, в этом, так сказать, летсплее я уже построил все, точнее, тут нет такого, чтобы что-то построить или что-то не построить, я попробовал все, я сделал кузнеца, я добыл все броньки. Максимум, что я не сделал, это пастуха я не сделал. Но пастух, он такой, знаете, странный на самом деле. Пастуха я могу сделать из охотника. Притом это очень странно, да, что пастух делается из охотника. В данном случае, давайте, где вот у нас охотник, охотник, охотник. Вот охотник. Берем из него, мы делаем пастуха. Давайте делаем пастуха. И вся вот эта вот пастушья, да, как бы работа, так скажем, она заключается только в одном. В том, что он будет находить здесь где-то овец везде, а находить он будет их, ну, просто вот, так сказать, ниоткуда, приводить вот на это вот поле овечье, и там он их как бы будет стричь, и мы будем получать шерсть. А из шерсти мы будем делать... Давайте посмотрим, что мы можем сделать из шерсти. Мы вот можем сделать вот такой вот костюмчик, который
для рабочих ничем не отличается, но он как бы теплый, вот максимум. Что еще из шерсти можно сделать? Все, больше из шерсти сделать ничего нельзя. Чувствуете бесполезность вот этой профессии пастуха? Она исключительно, ну, симпатичная, да, вот она как бы красивая, может быть, да, в какой-то степени, потому что, ну, пастух, овечки, все дела там, это, конечно, интересно, но в сумме этот персонаж, как бы, он бесполезен получается. Давайте сделаем охотника из того же кинжала. Ну, вот. Я даже не знаю, где пастух-то он, наверное. Где вот он сейчас? Вот, куда вот он? Куда вот он пошел за овечкой? Ну ладно. То есть, построить город здесь тоже нереально, потому что если вы начинаете... ну, как бы строить здание на большой территории, вы начинаете большую территорию именно развивать. То есть, к примеру, ну, вот здесь вот склады, здесь будут склады и материалы храниться исключительно здесь. Вот, к примеру, будут дома с едой храниться, здесь будут много полей, фермерство, склады большие для этого фермы. Тут, к примеру, какие-нибудь улицы мастеровых, здесь, к примеру, там кузнец будет работать и будет одежду складывать, к примеру, да. Здесь где-нибудь, да, допустим, шахты. Вот я вам расписал такой. Здесь, к примеру, там какая-нибудь красивая площадь будет там с главным каким-нибудь красивым зданием. Вот такая площадь, я уже расписал довольно-таки большую площадь, и она... невозможно в этой игре, к сожалению, потому что все эти вот склады, они заглючат в итоге, они на данный момент не сбалансированы, что ли, или как-то так, то есть они будут только мешаться, то есть один человечек, уходя в одну сторону, он не будет самый дальний склад видеть, и там, если там что-то будет лежать, он даже не заметит этого, вот. Вот это минус этой игры. И здесь, знаете, самое максимальное, вот, точнее, не то, что самое максимальное, а самое идеальное, мне кажется, постройка, которая вообще возможна, это какая-то башня, такая большая башня высокая, в которой куча складов, да, и вот в ней они там складывают. Кстати, как идея. Я думаю, отобьемся от этих скелетов. Ну давайте, ну где я? Хотя бы один хотя бы один воин. А, вот, все. Fighting! Ну все. Как нечего делать? Конечно, у меня уже довольно-таки большое количество воинов. И им очень сложно противостоять. То есть у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 воинов. Это, ну, очень круто. Так, а где у меня все-таки пастух-то, а? Ага, он у нас куда-то зачем-то для чего-то... Зачем пастух сюда бежал? Объясните. Объясните мне, зачем он бежит куда-то вот сюда? А, он... Ну вот бред же, ну бред, ребят. Он зачем-то прибежал на вражеский лагерь, чтобы погреться. Ну это же глупо. Это реально глупо и непонятно, зачем это сделано. Ну, вот есть, в общем, есть здесь очень много недоработок, которые... Прошу прощения, я зевнул. Которые не то что портят игру, они просто мешают играть. Они мешают наслаждаться вот, вот этим строительством, настройкой замка. Вот этим градостроительным реально симулятором. Жалко, но ничего. Вполне можно играть, так что подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки этому видео. С вами был Нельфгорн. Всем всего хорошего. Пока.